В любое время дня и ночи, когда ты остаешься один, стоит немножко прислушаться. Ты услышишь, что у твоей двери стоит тот, тот, кто знает твою жизнь, кто желает тебе добра. Позволь Иисусу сказать тебе нечто, присядь, одолжи ему время свое. Не верю, что ты пожалеешь о встрече, ведь лучшее время, когда с ним вдвоем. Позволь Иисусу сказать тебе слово, пусть ты для начала смотреть будешь в пол. Ни с кем и нигде ты не слышал такого, ни в сон не потянет тебя ни на спор. Ни с кем и нигде ты не слышал такого, ни в сон не потянет тебя ни на спор. Счастливым, позволь Иисусу